Мама, лавтуэ. Нам не хотелось играть в бейсбол, поэтому мы будем играть в киндербол. Ого. Всем привет. Привет, мы будем играть в киндербол. Это та игра. За киндербол. Это киндербол? Ну, как бы сказать... Это то же самое, что и бейсбол, только там вместо мяча киндер. Да. Вы потренировались? Да. Теперь пришло время отбивать более серьезные вещи. Mm-hmm. Киндеры. Я, сэр. Первый отбивает Рома. Yeah. Если отобьешь, будешь распаковывать. Я отбил. Открываю. Спасибо, дедушка. Рома открыл первый киндер. И что у него? Тетрики с битой. Фантики. Ой. У бабушки знать волку. Посмотри. О, это птичка из Angry Birds. Вы видели? Иди помогай, собирай киндер ему. Ищите, собирайте. Я вот шоколад потерялся. Ничего страшного. Сеня вот очень удачно попал. Это птичка из Angry Birds. Давай, ты ее соберешь? Да. Подержи-ка. У Сени попалась вот такая птичка. Шоколад потерялся. Чупа-чупс, тоже шоколадный. Опа! Я выиграл! Как это второго раза опять? Как это? Ниндзя! Давай, открывай. Так, смотрим, что выиграл Сеня. Рома. Рома. Они у меня похожи, поэтому я их путаю. Разве? Рома и Сеня, они у меня... Я ж тебе открыл, Ромочка. Нет. Я он закрыл. Что там? Что там? Это... Это... А, это какая-то ниндзя. Это фуд-клановец. Наклейка на стаканчик. Это робот фуд-клановец. Люди, это робот фуд-клановец из черепашек. Так, кидай. Кидай. Какой он уродливый какой. Покажи. Какой уродливый. Сеня разбил свое яичко, но зато он не потерял, как в прошлый раз. Ура! Шоколад цел! Господи, собаки ты. Не бойся. На нас напали собаки. На нас напали злобные псы, и Рома их испугался. О, это мутант! У Сени красный мутант. Это мутант-рыба. Да. Еще Шреддер есть и мозг. Так, мы испытали нападение злобных собак. Вот они убегают. И мы продолжаем или хватит? Продолжаем! Ты готов? Не попал. Еще раз. Опа, Рома не попал. Собака! Папа, опять собака! Хорошо! Лови, Рома, лови. Что-то у Ромы не получается в этот раз. Опа! Попил!
Рома чуть-чуть чиркнул. Ау! Хорошо, давай, открывай, Рома. А ты не разбил разве? Да. А ты вроде попал, или нам показалось? Попал. Все, Рома открывает. Что там? Шоколад вы уже не хотите? Хотим, хотим. Дай мне шоколад. Так, и что в этот раз у Ромы? Давайте посмотрим. Это опять робот. Опять робот. В этот раз он синий. Это, смотрите, это присоски. Ого, его рот такой. Ром, покажи, какой его рот. Обычный. Открой также рот. Что, попал? Все, Рома попал, Сеня, то есть. Ой, кажется, что попал тоже, что и с этой дубинкой. Давай посмотрим. Сеня не хочет мне показывать, что он там разбил. Сейчас мы посмотрим сначала, что у Ромы. Ой, у Сени. Может, так меня назвать не дам. Донателло! Кто это? Донателло. Это черепашка Донателло. Смотрите, присоска. Черепашка Донателло. У нас последний раунд. Вы будете кидать по очереди. Тот, кто разобьет первый, тот и выиграл. Теперь Сеня бросает. На попу. На попу, мама. Ого. Я разбил. Сеня разбил, молодец. Вот, смотрите. А мы напоим, а мы напоим. Ня. Ня. Конкурс у нас выиграл Сеня, но мы последний киндер дадим Роме разыграть. Возьми нормально. Ну, бей так. Не попал. Финал. Рома не попал опять. Рома не может попасть. Хорошо, Рома. Давай лови в кепку. В кепку лови. Так, Рома, давай. Не поймал. Ладно, давай, открывай, Ром. Я свою кепку. Да, можешь одевать кепку. И открывай свой последний киндер. И мы смотрим, что же у нас в последнем киндере. Это... Желтая, как ее зовут? Надо у Сени спросить. Сень, как желтого... Микеланджело. У меня папа с Микеланджело. Сегодня играли в киндербол. Рома, ты играл? Да, это просто. Кто победил? Просто, да? Я. Ты победил? Ничья. Ты? Ничья. Ты вы? Седя выиграл, а я. Ром, ничья, хорошо? Мы оба выиграли, ничья, дай 5. Давай. Все, ребята, закругляемся. Всем пока.